дядя, не упрекая, не броня, смотрели прямо в душу, глядя, трехлетней девочки глаза. Чулочки тоже, и смятением эсэсовец опять. Рука сама собой волнение, опускает автомат. И снова скован взглядом детским, и кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей утины, смятение смутно произнес. Овеянной невольной дрожью, нет, он убить ее не сможет. Но дал он очередь спеша, упала девочка в чулочку. Снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, а если б дочка твоя вот здесь бы так легла, и это маленькое сердце пробито пулей твоей. Ты человек, не просто немец, ты страшный зверь среди людей. Шагал эсэсовец упрямо, шагал, не подымая глаз. Впервые, может, эта дума в сознании отравленном зажглась и не забудется навеки. Чулочки, дядя, тоже снять?